ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Starstable Online. Посмотрим, какие изменения произошли на ярмарке Фердинанда, что добавили на день рождения ССО, какие изменения у нас происходят с серверами, ну а также поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Также заранее передаю всем привет, кто попал в данное видео. Ну а мы отправляемся на площадку дня рождения. На этой неделе нам добавилось несколько заданий. Они связаны с гонкой с шариками на поле Эвернинг. Ну а также с поиском подсказок, а еще праздничным розыгрышем, который напоминает нам о некоторых первоапрельских шутках, которые нам устраивали разработчики на старый добрый праздник 1 апреля. Напоминаю, особенно старичкам, раньше это были разные прикольные штучки, лошадка становилась магического цвета, причем каждый раз по-разному. Потом бывало, что мы уменьшались, лошади превращались в машинки и что-то в этом роде. Дальше, если честно, я и не помню, что было. А, нет, еще были гигантские головы. Вспомнили? Я рада, если да. Но Большая Бонни в этот раз предлагает нам всего лишь два эффекта о былых праздниках. Это превращение вашей лошади в машинку. Тогда, кстати, данная шутка называлась не Star Stable, а Car Stable, то бишь машины стоило. Ну и еще одна шутка Small Stable. Все то же самое, только маленько. Давайте же посмотрим, как это выглядит. Надеюсь, сейчас у меня никаких багов не будет, потому что мне лично все мои знакомые, друзья, да и просто скриншоты других игроков указывают на то, что в игре сейчас очень большое количество багов. Надеюсь, в этом видео их будет минимальное. Так, Car Stable. Наша лошадь превращается в машину. И вот один из этих багов, что пока что мы не можем нормально сидеть в этой машине. Хотя раньше, когда вы 1 апреля заходили в игру и могли делать вашу лошадь машинкой, вы нормально садились в это средство передвижения. Ну а сейчас, как видите, пока это все не починили, нормально с первого раза не работает. Поэтому да, все наши анимации всех аллюров мы можем у себя видеть. Но, напоминаю, эту машину видите только вы. То есть даже если весь Юрвик будет кататься на машинках, то вы будете видеть у других игроков лошадок, ну а у себя шикарную машину с номером Джурвик JRV-1K. Ну, то бишь Джурвик от фирмы Джурвик Car Type Тип E. Вот такая вот машина классная. Насколько я помню, что цвет машины меняется каждый раз в зависимости от эффекта, а может быть и от масти лошади. Давайте, кстати, это проверим. Так, а как вернуться? Скажите мне, пожалуйста. Ага, вот все нажалось. Верни меня в настоящее. У нас опять лошадка. Потом мы опять нажимаем. Нажимается еле-еле. Еще раз машину. Да, по-моему, это все зависит от масти, потому что были голубые, зеленые машины, у меня пока что только почему-то черная получается. Ну и еще один эффект, это Small Stable, очень странный, но очень прикольный. Мы просто уменьшаемся, как будто ведьма Пи нас уменьшила, но при этом, как вы видите, да, поводья у нас остаются гипердлинными, и соотношение камеры со всем остальным окружающим миром тоже остается прежним. Ну а сейчас мини-шуточка. Мало того, что я на датморском пони, мне захотелось стать еще ближе к земле. Да. Ну что ж, пора возвращаться в обычное свое состояние. Очень трудно здесь прожимать большую бони.
Это все, что нам, по-моему, добавили именно на день рождения. Это шуточки, гонка с шариками, которая находится на поле Эвернинд, и какой-то поиск подсказок. Я, если честно, еще не разобралась, что это за подсказки, что за них дают. Чуть позже подробнее все это изучу и почитаю. Ну а мы пока что отправляемся к следующей части данного обновления, а именно на лошадиную ярмарку. Но, к сожалению, старой доброй лошадиной ярмарки Фердинанда вы больше здесь не найдете. Она не уехала, но поменяла свое расположение. Теперь там, где раньше мы покупали лошадок, а это, я хочу напомнить, второе место продажи лошадей, заросло кустами и деревьями, и все тропинки вмиг исчезли за одно обновление. Теперь ярмарку лошадей Фердинанда вы сможете найти на ферме Марли, а найти их теперь очень просто, так как туда добавили отдельную коневозку. Добираемся до ближайшего коневоза, заходим в него и ищем новую остановку, так, которая называется Старинный амбар Марли. Теперь лошадиная ярмарка находится именно на этой остановке коневоза, и все лошадки теперь второго и остатки первого поколения продаются там. Мне лично это очень сильно расстроило, так как если бы разработчики сообщали нам о таких маленьких, но не менее важных изменениях, лично для меня это очень важно, можно было бы подготовиться, понаделать прощальных скриншотиков, видосиков и потом их пересматривать. Так как раньше разработчики делали такие некие записи в Твиттере или же в новостных своих объявлениях на сайте и писали, что в скором времени ферма Марли, окраины фермы Стива или лес Холлов потерпят некоторые изменения. Это было прекрасным уведомлением и прекрасной наводкой на то, что там что-то планируется, что можно было действительно приехать, нафоткать и записать видео. Но таких уведомлений, кстати, мы больше не наблюдаем, по-моему, вообще. Да, поэтому, если вы хотите поностальгировать, как раньше выглядела лошадиная ярмарка Фердинанда, именно вторая версия, то бишь, которая стояла уже постоянно около Форт Пинта, можете посмотреть их в моих видосах по спасению старых лошадок. Ну а теперь мы будем снимать это все отсюда. Напоминаю, что пока что у нас еще есть арабские чистокровные. Не помню, до какого числа они у нас еще есть в продаже, потом их удалят навсегда. Они останутся только у тех, кто успел их купить. Ну а также какие-то еще питомцы, да, у нас тут еще теперь отдельный магазин со старыми питомцами. Это котики, плюшевые мишки, зайки, собачки, еще другие котята, которые, по-моему, продавались в Форт Пинта, теперь продаются здесь. И я не помню, то ли это временно все, то ли навсегда. Пока что тут еще и старая амуниция есть, но, возможно, ее тоже будут убирать. Так что да, семимильными, точнее, наоборот, я бы сказала, семиметровыми, то бишь маленькими по сравнению с семимильными шагами, развивается ССО, меняет свои локации, магазины, расположение. Тут, как видите, много вещей старых добавили. Возможно, действительно, когда-нибудь это все отсюда уберут. Так что вот такие вот новости, именно касающиеся ярмарки лошадей Фердинанда. Обновление снаряжения. Дикие лошади Юрвика и американские Paint Horses смогут носить больше снаряжения, потому они адаптировали для этих новых. Обновление снаряжения. Дикие лошади Юрвика и американские Paint Horses смогут носить больше снаряжения, потому что разработчики адаптировали его для этих пород, и не терпится ему их увидеть на наших снимках в новой одежде для лошадей. Опять же немножко возмущение. Разработчики, зачем вы выпускаете шикарную амуницию, новую, выездковую, конкурную, вестернскую, иберийского стиля, которая не может носить лошадь третьего поколения? Я, как и мои большинство знакомых, возмущается этому, что, допустим, у нас есть шикарные седла, шикарные вальтрапы, уздечки даже, которые до сих пор не может носить Фриз, одна из супер выездковых лошадей. Так что
Мы, конечно, очень сильно порадуемся за диких лошадей Юрвика и американских Пейнтхорсов, но посочувствуем другим лошадям, которые до сих пор не могут носить самое новое снаряжение. Ну а что же ждет нас на следующей неделе? Кто-то несется на праздник. Это птица? Это самолет? Нет, это новая масть американского пейнтхорса. И если вы видели уже спойлеры этого шикарного нежного создания, я надеюсь, вы безумно его ждете. Ну а на этом все, и видео подошло к концу. Спасибо, что посмотрели его. Ставьте лайки и пишите комментарии, как вам процесс развития игры в данный момент. Как вам праздник дня рождения? Мне кажется, он в этом году пока что, хотя сейчас идет всего лишь вторая неделя, намного скучнее, чем в прошлый год. Где те самые шикарные комплекты и кофты с надписью Star Stable столько-то лет на спине? В этом году, я не знаю, добавит ли нам такой комплект или нет. Но если нет, я лично очень сильно расстроюсь, что больше нету циферки 12. Я бы понимала, если бы они не добавили комплект с 13. Хотя это как раз мое любимое счастливое число. Ну, посмотрим. Может быть, на третьей неделе что-то изменят и все-таки добавят священную кофточку с надписью Star Stable и на спине 12 лет. По итогу, пройдя задание по поиску подсказок, нам дают в конце как раз эту самую кофту с числом 12. А я уж боялась, что о ней забыли. Ну а теперь важная информация, касающаяся наших серверов. Был добавлен четвертый сервер Sunflower Fields, который пока что числится как русский, но это ненадолго, только до 27 сентября, после чего сервер будет закрыт навсегда, и вы не сможете ни перейти на него, ни вернуться обратно, так как этот сервер создан специально для игроков из Украины. Для них это будет отдельный сервер пока что, может быть, в будущем их станет несколько. Но в данный момент времени, учитывая все обстоятельства, разработчики решили разъединить наше сообщество на разные сервера. Поэтому, если у вас есть друзья, которые собираются туда переходить, то пока что вы можете поиграть вместе до 27 числа. Именно в этот день все сервера ненадолго отключат и сделают тотальное разделение. То бишь больше на Sunflower, то бишь на подсолнух, вы не сможете перейти, а те, кто все-таки перешли и решили остаться там, никогда не смогут вернуться обратно на наши родные Blueberry, Papaya и Rose. Так что вот такие вот очень важные новости. Для кого-то они хорошие, я честно порадуюсь за тех, для кого это будет хорошей новостью. Ну а для тех, кого она не очень хорошая, я могу только пособолезновать, больше ничего сказать не могу. Я же уточняю, что я как жила на Папайе, так и остаюсь. Может быть, кто-то об этом не знал и интересовался этим вопросом. Ну а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующих видео!